В Академии строительства и архитектуры ДГТУ прошла традиционная студенческая школа-семинар «Проектирование энергоэффективных жилых и общественных зданий загородного поселка на территории научно-экспериментального полигона малоэтажного домостроения». 9-й год, делегация из Шотландии приезжает к нам на летнюю школу-семинар, трехнедельная. Это замечательная дружба между нашими вузами. Судя по нашему опыту, чтобы добиться успеха, студенту необходимо обучаться за пределами своей родины. Мы рады, что у наших студентов есть такая возможность приехать сюда и обучаться инженерно-строительным технологиям Донского края. Участники семинара – лучшие студенты инженерно-строительных специальностей Западно-Шотландского университета и Келвин колледжа, которые прошли конкурсный отбор. Такие школы помогают поднять не только профессиональный уровень наших студентов, студентов Великобритании, но также и наладить общечеловеческие отношения, которые в наше время очень важны. Программа школы-семинара включала образовательные лекции, презентации, уроки русского языка и даже знакомство с Донским краем. Студенты из Великобритании, Северной Ирландии с удовольствием посетили достопримечательности нашего города и области. Красоты нашего края вдохновили ребят на создание ювелирных изделий. В этом году впервые в школе принимают участие студенты и ювелирных специальностей. Наш вуз теперь опорный и ставит перед нами новые задачи и дает нам новые возможности. Мы получили возможность вовлечь в нашу школу-семинар студентов-ювелиров из Глазго Келвин колледжа. Мы попробовали новую технику, которой тоже у них нет. Это фантазийный воск. Получаются совершенно уникальные вещи, которые можно делать дизайнерские. И также попробовали нашу русскую филигрань, чем они были очень-очень довольны. Я студент Глазго Келвин колледжа. Изучаю ювелирное дело и дизайн. У вас совершенно другие техники художественной обработки материалов, и мне было очень интересно их узнать. В этом году участникам школы-семинара предстояло разработать проект энергоэффективного поселка на реальном примере. Студенты из Великобритании работали со студентами Академии строительства ДГТУ и успешно справились с этой задачей. На торжественной церемонии награждения победители получают заслуженные призы и отмечают, что получили ценный опыт и знания. Мы рады, что наш проект оказался успешным. Мы получили удовольствие от такой работы. Я изучил строительные технологии, которые применяются в Ростове, и по приезду домой буду продолжать изучать их у себя в университете. Наш проект посвящен строительным системам. Те знания, которые я получил в России, мне пригодятся в моем университете. Жюри отметило несколько лучших проектов в различных номинациях. Сегодня студенты из Великобритании прощаются с Академией строительства и архитектуры ДГТУ и со студентами из России. В следующем году школа вновь откроет свои двери, а пока самое время применить новые знания в учебе и научной деятельности у себя на родине. Альбина Кислица, Никита Кордо, Яков Кордо, ДГТУ ТВ.